Отец у меня военный, майор в запасе. Я его отец. Третье поколение. За что приставили к награде? За уничтожение колонны противника. Это как было, можешь сказать? Ну, я держал оборону на своем секторе. Подъехала колонна. Пока производили уточнение, наше подразделение или не наше, все затянулось слишком долго. Я занял позицию, они стояли в 20 метрах от меня. Но я думаю, лучше я умру с честью, чем как трус. И пошел уточнять. Подхожу к их командиру роты, как потом выяснилось. А там стоит капитан. Я говорю, ну, спрашиваю подразделение его. Он говорит, 14-е ОМБР. А мы до этого на дороге в РПД проводили разведпоисковое действие. Нашли шеврон. Я вспомнил, и, ну, уже чтобы наверняка задаю вопрос, страна. Он на меня смотрит так удивленно, говорит, Украина. Ну, тут началось. Я открыл огонь, перекатился. Танку, который был мне придан, сказал, приготовь, ну, стреляй, это не наш. Взводу крикнул приготовить гранаты, гранаты, огонь. Команда, кинули подал. Гранаты, открыли огонь по ним. Колонна начала отходить, и там еще один офицер, он с той стороны закрыл им проход, и в итоге разнесли колонну. А сколько в колонне было техники? Танк, 3 БМП и БТР. Домой что-нибудь передать хотите? Матери привет, с нами все хорошо, мы живы-здоровы, целы. Любимая, привет. Не переживай. Не волнуйся, все нормально с нами.